здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня мы разгружаем два комбайника, которые приехали из Финляндии. Два Массей Фергюсона. Сейчас вам их покажу. Добрый ранок. Что, наездили, что ли? Вот такие вот два красавчика, друзья. Массей Фергюсон 16 у нас приехал. И Массей Фергюсон 430. Сейчас разрузим, посмотрим, что тут, как-то они. С виду комбайны хорошие. С виду хорошие комбайники. И 430-ка у нас тут тоже такая неплохая. Это жатки от них. Жатки, видите? Шнеки. В красочке полностью. Сечкарня вот лежит от 430-го. Сейчас посмотрим. Так. Вчера к нам уже жатки приехали. 6 штук с Норвегии. К комбайнам John Deere и класс. И Dronenborg, которые у нас там куплены уже есть. Вот такая вот жаточка. Вот Массей Фергюсон 16-го. Вот так вот выглядит комбайн с этой стороны. Сейчас покажу, что там по моточасам. Так. Оба. Так. А моточасов здесь нету, я забыл. Датчика моточасов здесь нету. Но я думаю, тут больше, чем 1200-300 моточасов нету, но судя по жатке. Судя по жатке, так думаю. Вот видите, в 430-м двигатель стоит сверху, а в 16-ке двигатель стоит сбоку, снизу. 430-й Массей, это тот же Сампо 600 вроде. Если я не ошибаюсь. Оба. Цены на эти комбайны будут приблизительно где-то $15,000. Еще точно не знаю, не считал, но приблизительно так. Резина, конечно, так себе, уже потресканная чуть-чуть, подношенная, но резина это такое, она меняется без проблем. Короче, все, разгружаем, дальше покажем, что как. Друзі, в наявності зараз багато дуже комбайнів, тому приїжджайте, поки є що вибрати. Приїжджайте в Ковель, вибирайте. Ще на наступному тижні приїде 1055. Dronenborg приїде, потім на наступному тижні ще два домінатора. 48-й, 58-й і також на наступному тижні буде домінатор 38-й, сам по 500.
Ще Саня вперед. Оп. Двигунчик робить тихенько. Не димить нічого.